Преступники несколько десятков раз созванивались с тамбовчанкой, убедили ее перевести все свои сбережения в сумме около 5 миллионов рублей на неизвестные банковские счета. Также убедили ее взять кредит около 1 миллиона рублей и также перевести на неизвестные банковские счета. Кроме этого, мошенники убедили женщину обновить документы на квартиру и совершить сделку продажи своей квартиры. А полученные 4 миллиона рублей женщина также перевела на неизвестные банковские счета. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности всех злоумышленников, которые могут быть причастны к хищению. И в очередной раз призывают тамбовчан сохранять самообладание при поступлении подозрительных звонков от якобы работников банка или сотрудников правоохранительных органов. Категорически запрещено вступать с ними в беседы и выполнять какие-либо действия по их указаниям.